Пошли с тобой на горке скатить. Ну нет. Ну пойдем, пойдем. Смотри, я тебе сейчас покажу, как надо. Вот видишь, и не страшно. Давай. Ладно, пойду тоже скачусь. И ничего не случилось. Ух, ничего не случилось. Давай скатываемся. Ну раз не страшно, то и я скачусь. Где? Нашел какой-то чат, где люди тоже расправляются с горкой-пожирателем Пупытом. Ну, Пупыт-то всех спасет, это каждый знает. У меня же есть Пупыт дома. Ладно, пойду Лешу спасать. Это волшебный Пупыт. Ну, вот сейчас тебе горка-пожиратель не повезет. Это волшебный Пупыт. Наверное, он поможет. Так, надо активировать его. До удачи! Ужас! Как будто я катался на бесконечной горке. Она словно катилась и катилась и не заканчивалась. Так, оператор, что это у тебя камера дрожит? Ну-ка, давай заново. Илья, пойдем на какую-нибудь площадку. Нет, вдруг там еще одна горка-пожиратель. Ну тогда давай в какой-нибудь закрытый парк сходим. Ну ладно, пошли. Конечно, побежали вон туда. Кто не придумал, какие монстры в детских парках такие не водятся? На детских площадках водятся, значит, и в парке есть. Ты что, трусишка, что ли? Пойдем. Ну ладно. Ух, сколько монстров было! А ты мне не веришь? Ну пойдем.